Thank you.
дня основания детской музыкальной школы номер 3 города Одессы. И назвали мы наш праздник 85 лет спустя. Уважаемые гости этого прекрасного праздника, как я понимаю, в первую очередь родители, бабушки, дедушки и коллеги. Действительно, в нашем городе 21 школа эстетического воспитания. Более 8 тысяч детей, талантливых, одаренных, ярких, блистательных деток Одессы учатся в школах эстетического воспитания города. И, конечно же, в ряду всех этих школ одно из лидирующих мест не по возрасту, а по сути и по стати занимает третья музыкальная школа. Аплодисменты школе! Все мы, взрослые люди, прекрасно понимаем, что организовать этот процесс, организовать его на таком высоком уровне, чтобы дети бежали, мчались на занятия, это очень непростое дело. И, конечно же, виной всему это педагогический коллектив и администрация школы. Прекрасный руководитель Тихонова Елена Петровна. Пожалуйста. Сегодня праздник музыки. Не хочу никого утомлять долгими речами. Но непременно нужно сегодня отметить хотя бы некоторых из тех людей, которые свою душу, сердце, талант, ум, профессионализм без остатка отдают этим замечательным, прекрасным нашим созданиям, нашему будущему. Поэтому с огромной радостью хочу пригласить на эту сцену.
Михайловна. Очень приятно, что так много молодых лиц в школе. Молодые, активные преподаватели с большим энтузиазмом работают. Волчек Оксана Алексеевна. Thank you.
«Адос» Карла Дженкинса и «Рейн Дэнс» в сопровождении инструментального ансамбля. Художественный руководитель и дирижер Светлана Смирнова. Красноармейских и краснопольских депутатов города Одессы. История школы вместила в себя все события, выпавшие на долю нашего народа. Школа трудилась, воспитывала талантливых учеников, а потом они разлетались по всему миру. Слово предоставляется заведующим учебно-методическим отделом Одесского областного учебно-методического центра Башковой Елены Васильевны. Сегодня детская музыкальная школа номер 3 отмечает свой юбилей. 85 лет – это солидный возраст. И тем не менее, школа остается молодой. Школа прошла большой творческий путь. Тысячи выпускников окончили школу, стали профессиональными музыкантами. Здесь работает прекрасный коллектив единомышленников, который показывал все годы и сегодня особенно прекрасные результаты. Коллектив, который никогда не забывает о творческом завтрашнем дне. Слова особой благодарности хочу выразить Елене Петровне Тихоновой, которая руководит коллективом на протяжении уже двух десятков лет. Да? Энергичный, грамотный, компетентный директор, который использует новые формы работы. Мы видим, какую огромную культурно-просветительскую работу проводит школа в городе. Дети выступают в самых престижных залах города Одессы. Я наслаждалась пением сегодня образцового хора «Забава». Был колоссальный концерт осенью в Театре музыкальной комедии «Филармонии». Школа основывает новые конкурсы. И это так приятно и интересно, потому что деятельность ее видна не только в городе Одессе, в Одесской области, но и в Украине, и далеко за ее пределами. Спасибо всем! А сейчас я хочу предоставить слово своей коллеге Людмиле Николаевне Иваненко. Она является методистом Одесского учебно-методического центра. Много лет она работала заместителем заведующего отдела учебных заведений при управлении культурой в госадминистрации. Она является выпускницей детской музыкальной школы номер 3. Предоставляю ей слово. Уважаемые друзья, я выпускница очень далекого уже, 69-го года. Занималась нашей школе, любимой школе, у преподавателя, которого, к сожалению, уже сейчас нет с нами, у Георгия Георгиевича Кочурца. Низкий поклон ему, в его светлую память. Все знания и навыки, которые я приобрела в нашем учебном заведении, в любимой моей школе номер 3, пригодились мне в течение всей моей жизни. При поступлении и окончании училища в консерватории. И по жизни, когда не обратишься к коллективу третьей музыкальной школы, к моему преподавателю Георгию Георгиевичу, к Елену Петровне, теперь всегда получаешь поддержку и большую-большую помощь. Спасибо вам всем за это. Дальнейших творческих успехов. Всего самого доброго. Наказ Одесской областной державной администрации управления культурой и туризмом национальный центральный про нагородження почесної гранти за багатолічну плідну працю, педагогічну майстерність, наповнює особистий внесок у справи естетичного виховання дітей та знаходи 85-річчя з дня заснування комунального позашкільного навчального закладу дитячої музичної школи номер 3 міста Одеси, наказує нагородження
национальности Тарелии, Одесской обл. Администрации, Вишневску, Тетяне Борисовне, завідувачку фортепіанного відділу дитячої музичної школи. Thank you.
Мы глубоко уважаем, чтим и сохраняем традиции, но меняется время, и мы стараемся идти в ногу с ним. Сегодня есть повод показать небольшую часть нашей работы. Мы надеемся, что вы почувствуете нашу любовь к музыке, к детям, своей профессии и к вам, дорогие наши слушатели. Как вы уже успели заметить, у нас поющая школа. Два хора младший и старший классов на музыкальных отделениях. Вокальный ансамбль «Млада». Самое лучшее – хоровое отделение. Хор «Забава» пользуется большой популярностью. Наши дети не только лауреаты областных и самых престижных международных профессиональных конкурсов, они участники городских мероприятий. Вручение городу почетного знака и знамени Евросоюза, их города. Хор «Забава» активно участвует в театральной жизни города. Это рок-оперы одесского композитора Евгения Лапейко «Девушка и смерть» и недавняя премьера «Нить Ариадны». Одесситы полюбили его, задорный мюзикл «Пеппи». И сейчас перед вами выступит младший хор «Изюминка». Они исполнят музыка Пенегина, слова Усачева, «Жужжащая песенка». Музыка крылатого слова Энтина «Это знает всякий». Художественный руководитель и дирижер Светлана Смирнова, концертмейстер Ева Шандинцева. Я уже сделала ужасно.
призовые места на областных и международных конкурсах. Единственная школа города может похвастаться тем, что у нас есть и профессиональная ударная установка «Санур», и конго-барабаны, гонки и даже вибрафон. А в этом году руководство нашего города дало нам возможность приобрести и новый прекрасный инструмент «Марин». Хачатурян, лезгинка из балета «ГНН». Исполняет лауреат городских и областных конкурсов ученик 7 класса Федорчак Павел в сопровождении ансамбля ударных инструментов класс кандидата педагогических наук Рано Алексея Николаевича, концертмейстер Нестор Миндюк. Не только как исполнитель, но и как композитор.
Итак, премьера. Алексей Лупашко, пьеса. Партию фортепиано написал концертмейстер Даниил Колесник. Thank you.
педагоги не только играют, но и поют. Елена Яценко заведует вокальным отделением, воспитывает лауреатов городских, областных и международных конкурсов. Ее приглашают исполнять оперные партии в театрах Украины. Музыка Белаша Савадкача от Украины исполняет Елена Яценко, концертмейстер Елена Деменкова. Thank you.
1 декабря 1998 года распоряжением Одесского городского головы детская музыкальная школа номер 14 города Одессы была реорганизована в структурное подразделение детской музыкальной школы номер 3. Там у нашей школы появился филиал в Калинпоселке. Пассен, карусель исполняет ученик 6 класса Любовь Аникина, преподаватель Зинкевич Татьяна Владимировна. Небеса, ты лукаешь цвету.
Одесский городской совет не позволил отобрать у нас помещение по адресу Среднее 2. И вот 3 года судебных заседаний закончились победой. Затем 2 года капитального ремонта, и у нас теперь есть новый учебный корпус. Мы благодарны депутатам городского совета Алексею Николаевичу Кузьмину, который остановил незаконную приватизацию, и Владимиру Гарриновичу Рондину, который отдал свой депутатский фонд на создание комфортных условий для наших детей. Спасибо огромное! Следующий участник нашего концерта в этом году активно выступает на концерт, на конкурсах и многих концертах. Он завоевал 1-е место на престижном международном конкурсе «Золотой звездопад» в городе Днепропетровске. Фернандо Карулли «Капричо» исполняет лауреат городских, областных и международных конкурсов, ученик 6 класса Скурихин Иван, преподаватель Катрухин Юрий Павлович. Thank you.
Попова Дарина, Герасим Валентин, Скурихин Иван, руководитель Катрухин Юрий Павлович. Thank you.
году наша школа провела уже 4-й открытый муниципальный конкурс клавирной музыки «Вселенная» Иоганна Себастьяна Баха. Мы гордимся тем, что именно в нашем городе впервые в Украине появился конкурс, где используется не только исполняется не только полифоническая музыка Баха, но и украинских композиторов, ведь это основа исполнительского мастерства. В рамках этого конкурса прозвучала премьера кофейной кантаты Иоганна Себастьяна Баха в сопровождении специально для этого проекта созданного струнного ансамбля наших преподавателей. Сегодня вы услышите арию Лизетты в исполнении преподавателя по классу вокала Антонины Левинчинской, партия флейты Алексей Комаров, концертмейстер Руслана Шевелева.
детский ансамбль, созданный в стенах нашей школы. Много лет радовал одесситов своим искусством. Мы надеемся, что такой коллектив обязательно возродится в нашем городе. Очень отрадно, что сегодня мы можем представить вам возрожденный ансамбль скрипачей. Высокое знамя традиций подхватила заведующая струнно-смычковым отделом Лариса Борисовна Юдинская. Бом – непрерывное движение. Фантазия на тему украинских народных песен «Сусидка» в обработке Павленко исполняет лауреат городских и областных конкурсов ансамбль скрипачей «Серебряные струны». Thank you.
чем сегодня мы хотели поделиться с вами. Своим искусством и своей памятью, своими песнями и своей радостью. Спасибо за внимание. До новых встреч!